хочешь купить антикварную картину? Да, я считаю, что круто совмещать хай-тек с классикой. Нью-Йорк Сити. Automatically flying everybody. Спасибо. Спасибо. Я, сука, блядь. Мы в Сохо. Сохо, Нью-Йорк. Who else got the luxury to drop when he want, cause nobody else could nice fuck pants. With me. What a show off, nigga wrist for wrist, let's have a glow off, fuck it brick for brick. Нам повезло сегодня с таксишкой, мы сняли с панорамы. Мы едем в Диснейленд для хипстеров. Называется район Вильямсбург. 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 Я сегодня доктор. Медицинский. Метрополитен Авеню. Я голодный. It's a limit finish five. Oh, it's okay. I'm from Russia. Ah, Russia. Yeah. My girlfriend's from Russia. Oh, nice. From St. Petersburg. Yeah, I'm from St. Petersburg also. Хорошо. Yeah, thank you. Двойной шот эспрессо и печенька. Вкусное было кофе. Офигенно вкусная печенька. Мы в Сохо. Сохо, Нью-Йорк. Тут все модные ходят. Вот такие вот граффити рисуют. Вот такие вот дома. С лестницами. Ну, короче, кайф. Nice pants. Босичком. Чувак босиком на скейте гоняет. Вообще космос какой-то. Вот, Гартлеб, вот эти прикольные очки. Да, с клипсами нормально. Снимается, если у тебя, например, для зрения очки. То есть ты берешь, вот так надеваешь. То есть ты вот так вот надеваешь их. Если тебе не надо, ты клипсу снимаешь. Ну, клипсу что-то не снять, ну, короче, она снимается. Они на тебя смотрят, надо, чтобы на меня смотреть. Нью-Йорк мне очень нравится, особенно район Сохо. Я бы жил именно здесь, потому что здесь ходят много модных моделей, всяких рэперов, всяких креативных ребят. То есть и постепенно, если здесь жить, то ты вольешься в эту тему. Это очень круто. И люди бегают, мне это очень нравится. Потому что я бегаю, вы бегаете, все бегаете. Йоу. Big money, big booty bitches, man, that shit gon' be death for me. Big problems, I must admit, man, that shit... Мы так это обсуждали, вот. Что за магаз? Кит! У них какая-то коллаборация с Найком. Кит — это магазин с самыми интересными всякими Gangsta Street New York шмотками, а-ля там Stone Island и всякая херня. А, ну это типа Калета в Париже. И твоя кофта тоже из этого магазина. Много шузов коллаборационных, милых. О, вот эти Венсы прикольные. Походу надо брать. Oh, what's good, man? I'm here, it's your boy Gash, man. Right now, we are in Soho, New York City. You got me, Q-Tips. Yeah. You got me, and you got my bro, A, straight from Russia, coming straight to New York City, man, to let people know what it is. Man, you see us, we swagging, we fashion, already know, man. New York City, automatically flying to everybody. Yes. Tell them, man. Nice to meet you, man. Hey. Yeah. Спасибо, спасибо. Hey. Взял кросс себе и духи Модетлен. Давно, давно хотел Модетлен, а то у меня кончились. Были любимые Black Afghan. Взял такие с запахом дымка. Thank you. Thank you.
Очень круто, я доволен покупкой. Спасибо. Спасибо. See you. Have a good day. See you in Russia. Hey. Yeah. Come here, man. Stop playing, man. Put me in that camera, man. I'm about to come to Russia kill shit. You already know what it is. Yeah, сука, блядь. Славные ребята попались нам в магазине. Вот. Kool-Aid and frozen pizza. It's the work of art, I ain't talking Mona Lisa. Dream of rocking crowds, see me filling up arenas. This weed got me laughing like a damn hyena. Yeah, I live a life pretty similar to yours. Конечно, там пипец будет в космос, сколько это стоит, но... Ты хочешь купить антикварную картину, да? Да, я считаю, что круто совмещать хай-тек с классикой, чтобы, допустим, у тебя супер хай-течные бетонные стены дома, но какие-нибудь супер старинные стулья, как из 12 стульев, или какой-нибудь такой стол, или картина такая просто висит у тебя на супер хай-течном доме, но висит старинная картина какая-нибудь 19 века. Очень дорогая. По-любому круто. В самом каком-то модном месте в Нью-Йорке, называется оно... Оно без названия. Все, кто в теме, все поймут, ты просто покажи плейс и все. Да, просто плейс покажу и все. Здесь сэндвич самый вкусный, какой я только ел. Я сюда специально приезжал именно за сэндвичем. Значит, возьмем его. Ну, я вижу, что здесь вон свеколочка маринованная вкусная из сэндвича. Сейчас покушаем. Бон аппетит. Начался. Америка – это страна собранных людей, которые любят попиздеть просто. Реально, ты идешь и просто все на-на-на-на. Мяу-мяу-мяу-мяу-мяу. Зашли в магазин шахмат. Саша хочет себе в интерьер купить шахматы. Эти называются... Берлин шах. Они классические, но с современным дизайном. Чё, как тебе Берлин дизайн? Oui. This is Royal French with the fleur de lis. What a beautiful board. It's a very strong material. Ebony, the name of the wood? Ebony, yeah. Я не понял точно, но он плотнее палисандра, это розовый вот. Мы выбрали вот этот сет. Особенно мы поняли, что нужно выбирать по коню, а конь здесь крутой. Are you guys big chess players? Or? No, my friend like playing sometimes, but he won't put in interior. Это элемент, это секрет, это не просто так, то есть я купил их не по фану. То есть я собираю слепок сейчас. Новый крутой частоты. I do, yeah, I play a lot, absolutely. Nice. I play a ton. Короче, Саша за 600 баксов купил себе шахматы. Я буду играть в шахматы сегодня с Артемом, и он мне все проиграет. Прикинь, сколько нам этот дядя, продавец магазина, сколько вариантов он нам предложил. Другой бы нас послал бы уже нахер давно. А здесь он как бы нам и такой предлагал, и такой. Очень круто. Thank you guys so much, man. Thank you very much. Thanks. Have a great night, guys. I hope you like it. Thank you very much. Russian people, so nice to meet you. Leningrad. Yeah, we're from Leningrad. Yeah. That's how we know it. What's your YouTube channel? Yeah, it's coming soon. It's cool. So nice to meet you. Enjoy. Ну что, Саш, прикупил шахматы? Осталась картина, да, найти? Да, но я думаю, что мы можем просто из музея ее мома взять. Ну ладно, хорошо. Окей. Мы затусовались в магазине Kid с...
ребятами какими-то вообще сверхмодными. Ну, короче, все здорово. Сегодня день был в Сохо. Я купил охрененные Джорданы из будущего. Такая тема. I won't disappear, I'ma keep on giving, I'ma keep on living, I'ma keep being driven. Мы пришли в мексиканский ресторан. Артем спросил какой-нибудь безалкогольный напиток мексиканский, но все-таки я сказал, что корона слаймов это максимально по-мексикански, и официант подтвердил. Мы взяли начос, мы также взяли такос и кесадилью чикен-чикен. С курицей. У нас прекрасная обстановка, потому что посмотрите, что там. I'm down to earth and I'm close to ground. It spit shit better than most around. This how hip-hop is supposed to sound. Tear the mother cat's posters down now. Give me some of that good old love. Gotta be the real thing.